Итак, речь пойдет о замене поплывка, а точнее о полной альтернативе. Этот метод раз и навсегда поможет нам забыть дорогу в рыболовный магазин. Дело в том, что мы получаем поплывок практически из воздуха. Его материалы стоят практически ничего. Поплывок из кулька, вы только вдумайтесь в это. И что самое удивительное, это действительно работает. А чувствительность этого поплывка просто зашкаливает. Благодаря ему мне удалось перехитрить карася даже в самое бесклевие. Несмотря на пассивность карася, поплывок мне в нужный момент сигнализировал, когда стоит его подсечь. После испытания этого поплывка, я уверен на все 100%, это лучший поплывок при ловле карася. И не только. А как же гусиное перо, спросите вы? Ведь оно тоже чувствительное и к тому же проверено уже давно, еще нашими дедами. Разумеется, такой поплывок очень хорош при ловле карася, но лишь на маховую удочку. Если речь идет о более дальнем забросе, то разумеется, чтобы преодолеть расстояние, нужно более тяжелый груз. Но, к сожалению, гусиное перо в этом случае нам не подходит. Перо станет тонуть от переизбытка веса, поэтому в этом случае кулек – это лучшее решение. Да и в целом, тема о поплывках – тема наболевшая. Я действительно устал от некачественной продукции. Стоит мне только поместить его в рюкзак, поплывок тут же ломается. Качество поплывков все хуже, а цены все выше. И этот метод – просто находка – сделать поплывок из кулька, что может быть более доступней. Да. Зацепился, да? Какой хороший. Какой хороший. Смотри, какой самый крупный. Ой-ой-ой. Да? Для этого нам понадобятся ножницы, зажигалка и самый обычный кулек. Например, на видео вы можете заметить целый рулон кульков. Пожалуй, хватит мне на всю оставшуюся жизнь. Расправляю кулек, затем мы его должны стянуть таким образом, чтобы воздух остался непосредственно внутри кулька. При этом продолжая стягивать кулек, закручивая его вокруг себя. И здесь важно учесть, какого размера вы предпочитаете поплывок. То есть, соответственно, при ловле на карася или карпа ваше предпочтение о величине этого поплывка. Иными словами, чем больше воздуха, тем больше груза он способен удерживать. Затем мы просто вяжем обыкновенный узел, при этом плавно его стягиваем кверху, к самому пузырьку.
И очень важно затянуть петельку очень плотно, чтобы воздух оттуда больше не выходил. Отрезаем ножницами и поджигаем зажигалкой. Зажигалкой поджигаем до того момента, пока кулек не станет напоминать нам пластик. То есть мы его поджигаем и прокручиваем его в одном положении. И затем эту нижнюю часть мы пробиваем сквозь кулек, все тот же, и закручиваем его с другой стороны. Таким образом мы создали два слоя этого пузырька. Также вяжем узел плотно. И аналогичный узел сверху, так скажем, вершина этого поплавка. И немножко можно припалить его той же зажигалкой. Кулек отлично стягивается, создает такую некую плотность. И поплавок практически готов. Если, например, вы хотите, чтобы поплавок был скользящим, нам потребуется карабинчик. Значит, нижнюю часть мы зажигалкой плавим, словно пластик. И пока он еще мягкий, мы можем продеть карабинчик, тем самым его приделать. Как только кулек остынет, все это придаст прочность подобию пластику. И по поводу окраса, уже на ваше усмотрение. Например, белый цвет меня вполне устраивает. Всем огромное спасибо, кто досмотрел видео до конца. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И обязательно не забывайте ставить колокольчик. Будьте в курсе всех событий. Улучшайте свои навыки рыболовства. А с вами, как всегда, был Роман, канал Карпа Карась. До новых встреч. Всем пока.